Shadow Blade, Hex, Фартук, Аркана, Таймбрейкер, Хук. А! Аркана, серьезно! Лол! Чуваки, в общем, мне реально выпала Аркана, и я, дурак, ее сначала продал, потом связался с админами, вернул и решил разыграть. Так что подписываемся, ставим ролику лайк, пишем внизу коммент и смотрим видосик. А итоги будут через недельку у меня на ВК-странице, так что можете добавить меня в друзья, я всех добавляю. Привет всем, это Топ Дота, и сегодня у нас будет обзорчик sgmlag.ru. Я уже на этом сайте играл, но тут ввели кучу новых сундуков, кучу всяких новых фишек, поэтому попросили сделать еще один обзор, и собственно, вот он перед вами. Но для начала давайте посмотрим, что тут за розыгрыш Арканы, который еле заметно, потому что, наверное, это все-таки интересно. Ну, давайте поучаствуем. Так, поделиться данные. Ага, поделиться сначала. Понял. Поделились. Окей. Все, теперь участвовать, да? Да, все, наконец-то разобрались. Ну ладно, это не самое интересное, потому что 4 дня мы ждать на записи не будем. Не знаю, выиграю я эту аркану или нет. Так, теперь давайте посмотрим, что тут с сундуками. Тут реально их что-то очень много стало. Их тут столько не было вообще никогда. Так, сейчас я вижу уже сразу, что есть какой-то Immortal Box. Не знаю, что это такое, давайте сразу с шансом откроем. Я, в принципе, их могу штук 15 открыть, как я понял, но я, наверное, штуки 3-4, потому что хочется еще все остальные сундуки посмотреть. Так, что это такое? 45 рублей? Не, спасибо. Давайте еще раз. Не, 45 что-то совсем не катит. Что это вообще? Можно сказать, уже в минуся куда-то ушли. У нас сейчас что-то получше. Опа, ДК-форма, она, по-моему, тоже херню уже стоит какую-то. Хотя, может, и нет. Помню, она с сундука с какого-то с TI падала. Так, так, так. Итого продать за 140 рублей. Ну, тоже такое себе. Давайте еще разок. Да, два штуки обычных. Не понимаю, по-моему, вот этот шанс, он не особо-то работает. Либо там шанс настолько маленький, что я хз, потому что выпадает все то же самое. Так, ну эта штука мусорная, это я уже знаю. Это же ввели еще, не знаю, в 2007 году. Ну или примерно тогда. Так, 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 так. Блин, это же с того же самого сета. Ну, блин, 160 рублей. Не самые мусорные вещи, которые могут выпасть, окей. Так, на главную. На главную. Что тут еще есть? Есть оповещение с контакта. Отлично, сори. Mount, Weapons, Full Random. Блин, Full Random, что такое? Сейчас посмотрим. Setbox, давайте Setbox, потом Full Random. Закрутим за 228 рублей сразу. Вариантов других просто нет. Так. Господи, что это? Это Set. А как сундук называется? Я не помню, Set что-то там. Я помню, есть Аркана Set, но тут что-то Аркан прям даже не проскакивает. Наверное, это просто Set, и походу Set тут... А ну-ка, а ну-ка. Ну, сет тут такие себе, надо сказать. Так, давайте посмотрим сразу, что такое... Как он там называется? Господи, 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 где он? Full Random. Full Random, мне нравится название. Так. Мне кажется, тут может выпасть просто комонка какая-нибудь, а может выпасть ДК-хук. Ну, как бы шансы вы понимаете какие, но все равно. Экстра, господи, что за экстра, что за экстра? Второй пошел. Shadow Blade, Hex, Фартук, Аркана, Таймбрейкер, Хук. Аркана, серьезно? Лол. Нормально, нормально. А, все, я просто дурачок, я только что понял, что произошло. Это сначала, типа, выбился сундук, ну, типа, с какого сундука будет лут. И выпал экстра, который стоит 900 рублей, и с него Аркана. Блин, нормальная тема, слушайте. Так, ну ладно, я продам пока что. Ну что-то я обрадовался вообще. У меня уже сколько там? 2940, охренеть. Давайте еще один full random. Не, я думаю, два раза подряд мне не повезет. Давайте сетбокс. Хотя сетбокс тоже не особо интересный что-то. Так, давайте. Давайте Аркана сет. Аркана сет мне всегда нравился. Он, по-моему, жесткий. Два штуки сразу крутанем. Так. Фух. Опять оповещение, спасибо большое. Какой-то сет. Я хочу, как вы понимаете, Аркану. Как-то нетрудно догадаться.
Так. Как ничего, что проскакивает, господи. Нет. Знаю, что тут следующий сет, он дорогой, но не повезло мне. Давайте еще разочек здесь крутанем. Может быть, все-таки зайдет. И потом куда-нибудь типа поинтереснее пойдем. Блин, Аркана за 80 рублей, что-то... Я до сих пор отойти не могу, вообще изи. Изи зашло. Так, а что вот это вот за херня между арканами? Это что, новая какая-то? Не, это какая-то херь на Огрмага. Я думал, это аркана на Джиггернаута просто уже. Так, ДК Иммортал давайте. Хочу себе ДК Хук, который тут выпадает, наверное, не знаю, ну, примерно как там какое-нибудь лунное затмение происходит. С такой же вероятностью. Ну, хотя он крутанулся. Хотя бы мы его видели, он там был. Так, ну эта херь, по-моему, стоит совсем какие-то копейки. Грустная обезьянка слева грустит за меня, за мой ДК-хук, не выпавший. Так, и это все обошлось в 90 рублей. А, ну, такое себе, такое себе. Хотя после аркана-то, блин, после аркана мне не жалко. Так. 360, это тут, можно сказать, скидочка целых 19 рублей. О, 19, что-то я совсем... 39. Так, что это у нас? Какой-то сет непонятный. Было бы классно, если бы я понимал, что сколько стоит, потому что я вот хз, что это за какой-то непонятный сет. Еще один непонятный сет. Вот этот я уже знаю дешевый. Не, вообще не везет. Вообще не везет. Давай, ладно, давайте еще раз, но, блин. Какая-то дичь происходит. Хочу себе хотя бы на ЦМ-ку аркану. Ребята, или на минера. Самая беспонтовая аркана. На минера, давайте. Ну, это нифига не аркан на минера, ну ладно. Так. И, господи, опять эта херня. 120 рублей. Ладно, на этом режиме я катать больше не буду. Мне он не нравится. Давайте лучше покатаем в какой-нибудь, не знаю... Давайте сейчас что замутим. Зайдем в SG Money. Крутанем тут по-жесткому. Так, открыть X2. Крутанем и откроем экстра сундук, который 900 рублей стоит, в котором у меня аркана лутнулась. Ну, я его за 80, конечно, рублей купил, потому что мне повезло на рандоме. Да, на второй раз, я думаю, такого не произойдет. Это, по-моему, самый дорогой сундук, который есть. Так. Чё-то не то совсем. Надо еще. Жаль, что тут нельзя пропустить анимацию, вот, блин. На заметку как бы разработчикам, если бы можно было пропустить вот эту анимацию, то было бы круто конкретно в этом режиме, потому что тут мне неинтересно наблюдать за вот этими вот долбанными монетками. Я просто, можно сказать, поменять хочу. Вот. А если, конечно, там арканы всякие, ДК-хуки крутятся, то это азарт, экшон, но это какая-то херня. Так, открыть X2. Мне до сих пор, по-моему, не хватает на сундук, поэтому я продолжаю крутить. Так, господи, ну 10 это совсем уже какой-то песос. Мне больше всего бесит, что тут одна вот эта вот печенюшка валяется. Могли бы положить 10 по рублю, печенюшка было бы красивее. Так, ну еще разочек. Этим прокручиванием мы точно должны накопить. Кстати, по-моему, эти сундуки подорожали, или мне кажется. По 80 это что-то совсем дорого. Ну ладно, сейчас посмотрим. Насколько это выгодно получится. Так, 100. Да, отлично. Не, по-моему, мне опять все равно не хватает. Или хватает? Не хватает чуть-чуть совсем. Давайте последний раз крутим. Надеюсь, на 5000, конечно, накрутим, но вряд ли. Так. Да, 5000 без двух нулей. То, что надо. То, что я хотел. Но еще есть второй шанс. И это... Это 150. Ну, ладно, окей, мне хватает, это самое главное. Заходим на экстра, давайте, вот он. И за 900 SG Money откроем. Тут прикол в том, что все остальные стоят за SG Money, типа, в два раза дороже, а этот сундук, он стоит столько же, сколько и за рубли, поэтому это охренительно. Oh my fucking god! Блин, он 500 рублей всего лишь стоит, но какой он, мать его, красивый. Ладно, 500 рублей это не так уж много, поэтому его продам. Так, итого у меня еще 1700, плюс что-то там я выигрывал, проигрывал. Давайте на ДК Иммортал зайдем. Откроем 2 ДК Иммортал. Чуть-чуть жестко. Тут, в принципе, прикольных вещей много.
Например, на SF вот эти вот руки, они, правда, не особо дорогие, но все равно. Оу, эта херня дешевая, я помню. Мне она не нужна. Ну что это такое? Что это, 100 рублей? Не, спасибо. ДК Immortal опять я разлюбил. Давайте зайдем на Immortal Box. Immortal Box. Этот сундук все-таки поновее, тут шмоточки должны быть поинтереснее, но... Эй, лол, тут ДК-хук-то есть? Конечно, понимаю, что он все равно хрен... О, боже, тут есть, я понял, тут есть Dark Artist. Artist 3. Artist... Господи, все, я не буду пытаться. В общем, тут есть этот долбанный сет Найнокера, который стоит там десятку или что-то такое. Ну, то есть, это аналог ДК-хука, можно сказать. И он не такой заезженный, что самое важное. Это круто. Вот если бы сет выпал, я бы, конечно, вообще охренел. Но вряд ли. Так, за 50 рублей. Найс. Блин, вот шмотки, они красивые, но стоят полную херню. Боже, ну что за сообщение? Ну, 9.38, кто мне пишет? I'm sorry, guys. Я бы мог выключить, но так будет неинтересно. Еще и машина за окном бибикает. Ну, все, классно. Запись пошла, как говорится. Так, опять херня мне какая-то надропалась. Спасибочки. Я не сдаюсь. Хотя после этого раза, мне кажется, сдамся, если тут опять выпадет какая-то дичь. Нет, это полная херня, она стоит 30 рублей, а то и меньше. Так, и... Давайте что-нибудь за Dark Artist 3. Dark Artist 3. Нет. Не Артрис 3, ни хера. Ладно, продать за 120 рублей и свалим на главную. Давайте в ДК Immortal что-нибудь еще утонем. Хоть что-то. Хочу вот эту зеленую херню, как бы мне все равно, что это. Blade of Tears. Ой, собачка, господи. Заберу себе собачку, не знаю, сколько она стоит, но она милая. Че-то я вообще проиграл, как скотина. Так. И зеленое отдайте. Не, ну это полная лажа. Ух ты, 195 рублей, наконец-то. Наконец-то я плюсанул. Ну собачку я точно заберу. Так, открыть снова. Еще разочек и все. Кстати, чуваки, не забывайте, что у меня долбанный розыгрыш аркана в этом видосе. Я, правда, уже слил, по-моему, все бабки, которые, типа, на аркану-то мне уж уйти должны были. Ну ладно. Грустно, придется покупать за свои. Кстати, прошлую никто так и не забрал, потому что долбанный Александр Путин, который выиграл ее, он мне так и не отписал. Но все можете, за всеми розыгрышами можете следить на моей странице. Так, давайте последний раз открываю, если у меня там бабки еще остались. Я не знаю, я уже 500 раз, наверное, крутанул. Откуда у меня столько денег? Хочу вот эту вот штуку на Вингу, либо вот эту вот зеленую фиготень. Ага, дезоляторы. Они прикольные, но они стоят, по-моему, понты. А, это башеры, господи, я почему-то называю их дезоляторами. Ну, я просто, ну, я, да, это нормально. 320 рублей, лол. Так, забираем, окей. Так, давайте выведем вещички. У меня еще 1000 осталось, господи. Выведем вещички. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Где это можно сделать? Профиль. Не обращайте внимания на мой чудесный никнейм. Просто я записывал видосы для другого канала. Так, кстати, как вы понимаете, если вы ссылку не введете, то шмотки вы не заберете. Так, и давайте забирать в очереди на выдачу. А, это уже все есть, да? Сейчас я, значит, так, беспалевность твой Steam открою. Так, принимаем. Надеюсь, мне не нужно будет подтверждать с 10 там всяких аутентификаторов. Не пришлось. Так, вот они мои вещи. Надо было арканку, наверное, тоже забирать, потому что что-то ничего лучше мне не дропнулось. Ну вот, например, вот этого милого курьера я себе оставлю. Так, ну на этом, наверное, все. Не знаю, давайте под конец. У меня осталось, блин, 963 рубля. Я могу себе позволить скатать по-мажорски просто в экстра за рубли. Давайте сделаем это. Может быть, выпадет что-нибудь классное под конец. И на этом ролик и закончим. Кстати, розыгрыш аркана как бы идет, поэтому вы там в комментах что-нибудь пишите. И на странице увидите победителя, господи, что это такое? За 300 рублей, ладно, хорошим не получилось закончить, поэтому ладно, я что-то слил бабки под конец. Но с меня аркана, как бы, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорых встреч.